рабочий визит представителя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера. Первый вопрос мы зададим главе региона Игорю Владимировичу Васильеву. Игорь Владимирович, вот сегодня мы побывали в манеже, как он строится. Это действительно такой уникальный объект для нашей области. Я думаю, что это уникальный объект не только для нашей области, а не только мы сегодня обсуждали, он строится как региональный объект для того, чтобы все регионы ПФО могли принимать участие, организовывать соревнования, и в том числе всероссийские уровни. Там будет уникальное сооружение, немного залов, в которых можно будет производить состязания в прыжках с шестом. Я надеюсь, что для нас это станет центром притяжения, украшения города, от которого начнет развиваться в том числе и районные реки, которые входят на реку.